Дети, доброе утро. У нас тут праздничный стол. Вы выбрали себе, да? Выбрали себе яички, какими будете биться? Ты вот этим, Алёша, каким будет? Вот этим? Зелёненьким? Ну давай, бери. Биться будете? Давай, Лёша. Лёша уже проголодался, надо поесть, да? Чё этими яйцами, да? Так, он головой... Классный у вас. Ну, нет, одинаково над стороной биться. А, хорошо. Давай вначале задний. Давай вначале задний. Нет, задний. Лёша, у тебя задний вот здесь. Лёша, у тебя задний вот здесь, потому что у тебя верх нога. Ну, давайте, давайте. Держите хорошо. Лёша меня будет бить? Ну, не важно, кто от кого. С разбега, что ли? Кто кого? У кого разбилось? У тебя, да? Теперь переверни другой стороной. Другой стороной переверни. И тоже, Лёша, переверни другой стороной. Что я сейчас буду? О, смотри, ты тут победил. Победила дружба, да? Хорошо. Now it's time for payback. Ну, давайте, давайте. Сейчас не моё яйцо разломать. А самое интересное, вы потом будете эти яйца есть? I don't know, I like the white part, but I don't like the yellow part. А, ты белые ешь, а желток тебе не нравится? Давай. Понятно. Bed back. Сейчас они побьются по-всякому. О, я ему уже это отломил. Почти. В общем, всех с праздником, кто отмечает. Давай, Леша. Да, сейчас с праздником кто. Что вы делаете? Мы вы решили Лешу побиться всем все, да? Леша проиграл. Я выжил еле-еле как. Выжил еле как? Да, у меня там попка. Ну все, теперь можете кушать. Да. Вова, смотри. Юра, что ты придумал? О, да. Подождите. О, классно. Мне кажется, еще надо мордашку приклеить. Зипа, можно вот эти штуки? Мы, правда, мордашку. Подожди, там есть еще. Вот мордашка есть, вот от этого, от фиолетового. Мы вот его съели уже. Что ты хочешь, клюшки? Ну вот от этого отобрать надо. На его. На. Да. Ты тоже хочешь сделать так себе? Она сама оторвалась. На, держи второе. Ты что будешь делать? Лёша, тут уже два капкейка с хомячьего. Так, салфетки так и не приклеются. Ты куда хочешь приклеить? А, вот сюда? К каше? Посильнее придавливай вот эту вот беленькую. Все. Отлично. Happy Easter. Happy Easter. Вот у нас такая только банда осталась. Лёша ушёл. Остальные съели. Да, Лёша уже поел-съел. Поел-съел. Съел и поел. Поел и ушел. Поел-съел и ушел. Давай. Вот. Прекрасно. Классная у тебя тяжка. Ещё мордашка. Кушай давай кашу. Вова, видите, какой изобретатель? Дракончик мой. Да, мама мне сделала. Классно, да? Вначале попробовали с кружкой, потом да, с моей тарелкой, а потом... А потом с твоими очками. Счастье уже. Дракошек мой. Ну что, Вовчик, выбирай, какой больше капкейк. Плать? Ну да. Не бойся, бери. Не знаком. Тут вот сверху нутелла, а внутри нет. Пробуй. Рассказывай свои ощущения. Вначале я тебе попробую. Как они называются? Присыпка. Посыпка. Как они называются? Присыпка это для детей, да. Попу присыпать. Тальк. Давай, пробуй. Не бойся. Лёша с Максом уже, по-моему, по две съели. Ничего, нормально. Живы остались пока что. Ну как? Вкусно. Вкусно? Сладенько? Угу. Гораздо лучше, чем яйцо, да? 100%. Так, пацаны пошли. Вова оделся прям тепло. Да. Пацаны пошли на улицу, пока мама тут будет прятать яйца по дому. Да пускай одевает. Ты давай, что ты опять на пол уселся, Лёша? Понятно. Тебе стульчик надо, да? Чем я, а?
одевать. Стульчик надо тебе. Знаешь? Блин, ну надо. Ну надо, ну надо. Тумбочку. Блин. Давайте, ему, давайте. Ему нужна штука, когда маленькие дети не могут достать что-то. Да. Все, давайте, удачи вам. И мне тоже. Первую записку мне надо оставить им. Вот сюда ее положу. А все остальные сейчас буду прятать. Вот эти. А вот в эти просто конфетки еще положу. А, вернее, в них записки положу. Там в них конфетки. Конфетки оказались довольно большие. Помещается только одна. Сейчас постараюсь записочку и конфетку положить в каждое яичко. Как вы погуляли? Хорошо. В парке были. В парке были? Угу. Ничего себе, до какого парка вы дошли? А, до той площадочки, где мы гуляем обычно? Нет, на Артеге. А, понятно, да. Ясно. Так, ручки только помойте. Ну что, вы готовы? Я даже классно. Вова, у тебя темные очки до сих пор. Да, вы же так. Да. Сам давайте, вон там записка первая. Где? Вот она стоит, видите, в яйцах. Держите записку. Читайте, где первое яйцо находится. На ноге. Полке. На полке. В вещей. Что такое вещей? Буква какая там? Дети, вы читать не умеете, да, похоже? Вещей. Вашей. Вашей. Комнате. На полке в шкафу в вашей комнате. Тише, 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 не убейтесь. Но я надеюсь, что нет. Может, они начнут читать побыстрее. А. Ну почему полки? Где у вас? М? Полки в шкафу. Шкаф где? Ну, а полки где? Вот они полки, да, ищите. Что, нашел? Нашел два. Открывайте. А, их где? Два, их два. Леш, я нашел. Да. Леша, вещи не урони. Если там нужно. Ну вот они два, их два, Леша. Они все, они на одной полке были. Да, если, если, да, если, надо их открывать и искать записку следующую. Да, если, если, я буду ложить конфетки еще. Записка где? Записку я... Тут две записки. Одна. Что тут? А. А нет, подожди, вот это. Ну, пускай Леша прочитает. Давай, может. В тубе по телевизору. Ага. Это под телевизором. Ну, давай. Вова, беги давай, да потом эти яйца. Леша, зачем подожди. Зачем ты их закрываешь? Ладно. Вова, ну зачем тебе это? Леша, подожди, я не успеваю. Вова, подожди. Леша, подожди. А ты сложи. Да. Яйца можно не закрывать обратно. Я давайте, в тумбе под телевизором. Где же, где же? Винни-винни, где же? У нас попали яйца. Сложное задание. Так, подожди, подожди. Дозилюш, я кое-что знаю. Дози. Ну, давайте, давайте. Посидим, подождем. Прошло 3 часа. Ты что, снимала, как ты их падала? Нет. Нет? Значит, а вдруг вам потом подписчики подскажут? Подождите, подождите, подождите. Я их не вижу. Я не вижу. Подожди. Тумбе под телевизором. Под телевизором. Это под телевизором. Ну, тумбочка, которая под телевизором. Я не говорю, что они под телевизором. Я сказала, что в тумбе. В тумбе? Какой тумбе? Это тумба. Подожди! No, I just bought it first. Все нормально. Это тоже туда. Извини, Леш. Да, собирайте вместе с яйцами. Давайте, что там в записке написано? Видишь, записка в этом. Давай, открывай. And another can.
Что в записке? На кухне в духовке. Ага. В духовке? Но мы не можем... Нет, это микроволновка. Где духовка? Да. Что? Так, здесь записка, да? Наверное. Нет. А вот это есть. Что-то еще. Нет, это просто приклеено. Что это поломал там? Мне. Нет. Читай нормально. Извините. Ну, а первую букву, что не прочитали-то? К? Нет, первую. В камине. В камине. А, подожди. It's in there. What? Yes, please, I just want to find it. Please. Осторожно. Oh, you're grabbing the egg so fast. Please. Давай, Вова, теперь читай записку ты. Я понял, что вы записку. Please, I just want to find one, two simple legs. В ту аллете на этом. На каком? На первом. Ну, положи куда-нибудь. Хорошо. Давайте. Идите, давайте, ищите. Просто я хочу посмотреть. В туалете. Туалет то что ли здесь? Это здесь. Yeah. Да. А закройте тумбочку, а то ударитесь. Давай, Леша, открывай. Давай, Леша, открывай. Так, я буду в шоке, если там будут яички в ноже. Может быть. На балконе. Давайте, тапки здесь есть для всех. Лези. Аккуратно, только не убейтесь. Лези, Леш. Давайте, ищите. Где они могут быть на балконе? Да, в них на балконе не было. Не знаю, где. Я никогда на балконе почти не был. Это может быть на втором этаже? Нет, здесь. Да. На балконе. Ищите. Я ищу, очень сильно и не хожу. Под этим никак не нет, хожу. Здесь нету. Блин. Криль? Криля точно нет. Не знаю. Мне будет страшно, если будет. Ну, вы должны везде проверить. Я думала, на растениях. Нет, на растениях нету точно. И в бое растения. Холодно. Да. Тебе. Холодно, это значит, что не там ищите. Да, я знаю. Тебе. Теплее. Леша, тепло. Горячо, Леша. Лези, это В. Это В. Это В гриле. Да. Блин, почему тут гриль были? Я буду в шоке, если будут крылья. Давай. Я сорвала. Так, ну что? Под подушкой в вашем спальне. В вашей спальне. Лезину. Вов, да беги. Леш, подожди. Да не собирай, давай. Леш, подожди. Подожди, Вов. Тише, всем хватит, не переживай. Леш, подожди.
и есть. Да? Да. Я вот там петки. Так, подожди, можешь? Вот и все. Так, я буду читать тебя записку. Давай. В этом бачке в спальне родителей. Угу. У вас. Извините, пожалуйста, я хочу в этом бачке. Пожалуйста. Это у тебя, Алёш, я прочекал. Я хочу. Ты нашёл? Да, да, да. Так, Алёш, мне нужны записки и конфетки вот сюда. Давай. Вова все прибирает. Хозяйственный ты мой. В гараже. Коробки. С томатами. На первый этаж. Я за вами не успеваю. Да. Вы слишком. Леш, давай сможешь включить свет. Леш, я сейчас пойду на инвентарь. Я не знаю, где томаты. Но я пойду искать, да? Да. А вы приносите кашку. Я иду искать. Где же томаты? Давай ищи. Никогда не. Что, тебе страшно? Давай, Лёша, помоги ему томаты найти. Коробка с томатами. Ну вот, давайте вместе, совместными усилиями. Коробка с томатами. Томаты — это что такое? Нет. Я знаю, что это томаты, но я не знаю, где томаты. Ищите, ищите, там, ищите. Здесь, Лёша, я здесь. Мама сказала. Хотя, может быть, ты нашел? Да, здесь. Нашел? Молодец. Две нашел? Пойдемте сюда, идите. Давай. Давай, заходи к нам. Не убейся только в шлепках этих. Давай записку читай. А здесь, не подай. Ну, может быть, она тоже хорошая. Читай. В кармане вовеного кап. Подожди, Леш. Подожди, я знаю мой кап. Вот он. Нашел? Сейчас-то мы так быстро. Так близко. Да, Леша, я хочу, где ты читаешь, а я ложу вещи. На диване. Так. Я знал! Под подушкой. Мам, как вы быстро. Когда я шел сюда домой, я такой, это кто? Где она? Я точно где-то здесь, на диване. Да. И оказывается, да. Здесь, я читаю, Леш. Не-не-не, я... Следующую Вова читает. В рюкзаке у Лёши. В рюкзаке у Лёши. А вот это видишь. Так. Ну, ай, мам. Не подеритесь. Я знаю, где. Хватит, нет. Я знаю, где. Где, Леш? Лицо. Да, первое яичко. И второе. А вот, мам, я узнала, что оно там, потому что я увидела маленькая неоткрытая вещь. Ну, классно. Давай, теперь ты читай. Не так. Очень. Если вы хотите посмотреть, сколько у меня вещей, мне очень много. Вот. Смотрите. Там много, это кажется, больше 15. Давай, читай.
за цветком в зале. Подожди, это сам. И вот цветок. Что? Я буду читать. Теперь Леша, да, теперь Леша нам прочитает. Почему это записка на полу? Непорядок, непорядок. Непорядок. Правильно. Не надо разбрасывать все, да? Угу. Подожди. Леша, да, Леша. Читай, я буду поиграть. Холодильники на два этажа. На втором этаже. Я знаю, не работающий холодильник. Боже. Не работающий холодильник. Он работающий, просто он не включен. Нашли? На второй этаж. На втором этаже холодильник. Леша, у папы есть доктор Пеппер. Это заначка папина. Я буду читать. Давай. Чего они раскрываются, потому что. Так. Это какой номер записки? 15. Это последняя, да. Последний. Давай. В мамином. Халате. Подожди, я не знаю, где мамин халат, но... Где же мамин халат? Так, вот отключите. Ладно. Халат должен быть... Где мамин халат? Это твой мамин халат? Ну, это не халат. Что такое халат? Не помню. Подожди, я вижу. То есть я ношу. Давай. Лёша, помоги ему. Подожди, я не знаю, как... Это самая тяжелая вещь. Как ты? Я знаю. Давайте. Да, Леша, это здесь. Ну как вот? Нашли? Молодцы. Это все, это последнее, да. Все, нашли. Ну как, вам понравилось? So much, you're so friendly. Классно, да? Ну, поздравляю вас с праздником. Самое тяжелое. Да, ну, конечно. Ну, это для чемпионов. Задание было для тяжело. Чемпионов. Да. Было найти, типа, как-то карман. Ну, здорово. Будем еще в следующий раз такое делать? Давай. Да? Наверное. Классно. Что вы тут делаете? Остались головы. Что остались? Наклейки от драконов нет? Нет. А что? Наклейки есть? Не знаю. Вон бумажечки есть вот такие клейки. Let's just put them, cup them in. Давай, и вот здесь только конфетки. Ну, вы поделитесь друг с другом, да? 15, как поделить? Нет, не 15. Тут по два же яйца было. Ага, подожди. Поэтому... Это в два раза больше, значит 30. Ну да. А 30 разделить 15, 15. Да. Так, хорошо, сейчас будем делить. Хорошо, давай делить. Это ты так поделил конфетки? Да, это 15 и это 15. Угу. А ты одинаковое количество желтеньких там положил? А, нет. Я рандомно. Рандомно? Да. Подожди, ну давай так сделаем. Подожди, Леш, у тебя должно быть... Подожди. Так, тогда и ты мне один. Тогда у тебя должно быть... Да, ты просто разложи сначала, какие там у него попались. И еще один есть. А, у него много. Так, у него много. Так, у него 4 вот таких. У него вот таких одна. Нет, 2 у него таких, 2. Вот это? А, да. А, у меня 3. Так, значит, я ему одну дам. Тогда, не, я не могу. В смысле, вот так? Нет, сбоку начать, ну да, с края. Да. Мы тут готовим обед с Юрием Алексеевичем. Рыбка наша вчерашняя просолилась, я ее попробовала, отличная. К нам сейчас гости придут, мы тут сейчас что-нибудь замутим.
Ну что, мы почти готовы. Что у нас тут есть? Это у нас такая типа закуска с хумусом, фасолька, салат с авокадо. Это вот я вчера, помните, засолила рыбку с блинами из Филадельфии. Это наши яйца, капкейки. И еще у нас будет баранина и картошка запеченная. Баранину будем жарить на вон том гриле. Но это уже когда гости придут, чтобы она была горяченькая. А, вот еще. Капрезе сейчас сделаем. Сейчас Юра побежал за моцареллой. Моцарелла у нас кончилась. Вот с таким соусом. Картошка готова. Юра тут мясо стругает. Что ты говоришь, двойная упаковка, да, в мясе? Да. Прикольно. Точнее, она вот так вакуумная, и потом она еще обернута еще на раз. А, ничего себе. А, блин. Серьезно. Открыть, конечно. Хе-хе. Ну, возьми ножичек. Смотри, какие у меня точечки получились. А один какой-то дефектный. О, ничего такие они. Ну, тут, конечно, есть мало что. Хорошо, что мы три взяли, да? Ну, это так, посмаковать. Вот так. А чем мы ее будем, хотел сказать, препарировать? Соль, перец. Натуральный. Соль, перец. Натуральное мясо будет? Не будем этим Монреаль стейком всякое такое? Нет? Я думаю, нет. Ну, можно нам, допустим, половину, но вдруг, если дети... А, дети, точно, будут, дети же, точно. Скажут, у нас же еще есть дети. Скажут спайси, спайси. Да, да, хорошо. Ну, соль, перец, ну, тоже, да. Перец тоже. Ну, перца, да, поменьше тоже им, только соль. Ну, окей, да, хорошо, давай. У меня там еще есть и итальянские всякие травы. А, вот можно их, да, им. Можно их, наверное. Они не спайси, они нормальные. Так. Ну, посмотрим. Надо пожарить так и так и попробовать, как да, вкуснее. Да. А на соль на третьем месте. Давай, слушай, сыпем, ну, эту, ладно, штуку. Ты что, думаешь, мало будет соли? Не знаю. Нет, я думаю, нормально. Я не люблю сильно соленое. Сильно так, много прям. А я разэтываю. А, окей. Размешаешь. Да. А я аккуратненько. Потому что все равно... Ну, ты же знаешь, как оно сыпется. А ты другую открой. Можно, да, можно. Дырочку. Блин, с большой, да? Ну, да. Просто тоже бухнуть сильно. Нет, с большой ты просто сам к себе набираешь в руку и вот так вот сыпешь. Ну ладно, я вот так перемешаю и досыплю. О, кажется, они звонят. Угу. Да? Че, приехали? Где наши друзья? Алло? Мы тут им даже гараж открыли. Мы тут подъехали, но... Проезжайте. Проезжай дальше. Нет, проезжайте. Проезжайте, у нас тут гараж. Или тут можно ставить. Я не знаю, захотят ли они сниматься, наши друзья. Поэтому не обещаю вам бурное отмечание Пасхи. Юра пошел встречать. Мы тут уже жарим мясо, оказывается. Может, надо было все-таки побрызгать маслицем? Нет, не надо. Нет, нет, ну ладно. Ой, сейчас соседи прибегут. Китайцы же любят баранину? Или нет? У нас тут здесь китайцы, и там китайцы живут. Ой, красота. Слушай, мне прям нравится. А чего мы раньше не брали ее? Ну, она так не дешевая. Ну и что? Ну нам бы вот одной такой хватило, потому что у нас дети-то особо такое не едят. Макс только. Сейчас попробуем, будем знать. Ой, красиво. Уже даже пахнет вкусно. Все, Юрий? Да, вот один. Укомплектовал? Давай, вот сейчас. Ну вот, смотри, вот здесь вот место есть. Подожди, вот тут. Сейчас я его впихну, да? Да. Ой, о, красота. Пазл сложился. А ты его будешь закрывать? Да. Чтобы он внутри поджарился. Ну давай. Я думаю, да, может быть, перевернуть. Давай, давай. Так, а вот закрыть теперь. Ну, нормально, да, нормально. Ири, вот эти пять. Иру тут припахали готовить. Да, Ира? А, ну давай. Скажи, мне не привыкать, да? Ой, слушай, какое красивое оно уже. Давайте быстрее есть. Да, тут уже чуть-чуть осталось. Чуть-чуть осталось. Вы, в смысле, вот все подъели уже, что ли? А, чуть-чуть осталось. Мясо. Мясо готово. Давайте кушать быстренько мясо. Серьезно, мы сегодня играем в эту игру. В такую. А мы, кажется, другая была. Мы ее дарили. Один раз мы играли, да. Точно, точно. Что вот с этими надо почитать делать с новыми? Вот сейчас я, да, сейчас я смотрю. С смайликами, что делать со смайликами, да? А, значит, джокеры... Давай, да, сюда, Лёра, садись. А, значит, красные джокеры — это обычные. Ну. Пойдём туда. Шестёрка. Пять, шесть. Ну,
Нет, все опять должно быть. Пятерка должна быть. Пятерка должна быть. Так, нельзя. 5, 6, 7. Что еще? Два. Заставляет, да, можно, думать, да? Игра? А? Можно понять? 11 его вставляет. Не падаешь? Нет. Жаль. В VR-чате именно хотелось... А, в VR-чате, да, там не это. Когда двигаешь персонажа именно кнопкой, и вот это идет движение, такое ощущение, будто хочется наклониться интенсивно вперед, чтобы не баланс. Но понимаешь, что нет, не надо. Окей, окей. Last, the green one next to it. А что ты делаешь? Ее учишь, что ли? Yeah. Что? The last... Okay, this is the last one. Yes, you did it! We did it! Почему? Ну, типа, я вам... А он будет модератором. Он будет директором. Директором. Координатором. Я буду пандемией. Костя, скажи, какие у тебя особенности? Мам, можно все? Ты уже перемешала? Нет, еще тебе. Мама, мама, машинка для перемешивания. А, ты тоже пишаешь, да? Да, сумасшествие происходит. Капец. Да, ты развлекаешь. Я вижу. Что, он вас развлекает? Да, это вам не понять, конечно. Да. Что, тебя убили, что ли? Нет. Так, давай это, не буянь.